Вітаємо вас, шановне товариство. Науково-популярна передача «Точка росту» в ефірі телеканалу АТВ. В студії ведучий доцент Сумського державного університету Олег Туляков та керівник громадської організації «Фонд регіональних досліджень», кандидат економічних наук Валерій Борзунов. Добрий день. Добрий день. Шановне товариство, сьогодні ми виходимо в ефір 50-й раз поспіль. Отже, у зв'язку з таким ювілейним виходом ми би хотіли зробити дві речі. Ну, по-перше, поговорити про нашу передачу як про медіапроект. Ну, а по-друге, торкнутися якоїсь проблеми, яка є дуже важливою для нас усіх, я би навіть сказав, епохальною. Отже, спочатку давайте поговоримо про науково-популярну передачу «Точка росту». Вона виникла у зв'язку з певними обставинами. Громадська організація «Фонд регіональних досліджень» діє з 2009 року. І ось у певний час ми, її учасники, зрозуміли, що далі просто обговорювати проблематику вже немає сенсу. Потрібно своїми ідеями ділитися з громадськістю та намагатися впровадити ці ідеї у життя. Ну, як на мене, Валерій Іванович, цей медіапроєкт дійсно відбувся. Я вважаю його успішним через одну причину, я її назву. Справа в тім, що ми ведемо свою діяльність у зв'язку з цією передачею. Тобто на цій передачі ми обговорюємо ті активності, які ми дійсно реально здійснюємо. Ми проводимо заходи, ми зустрічаємося з людьми, до нас люди приїжджають, звертаються, ми звертаємося до людей. І все це ми висвітлюємо тут в ефірі телеканалу АТВ. І тому я вважаю, що цей проєкт успішний. Які ваші думки з приводу передачі «Точка росту»? Наверное, трудно отрицать о том, что проект сам по себе нужный, и 50 передач, то есть в течение года каждую неделю каким-то составом мы выходили, пытались донести наши идеи, наши предложения. Это позитив, это, наверное, микроуспех или мини-успех какой-то. Хотя, с другой стороны, от каждого проекта всегда ожидаешь что-то большего, и можно говорить, что что-то нам удалось, что-то там не удалось. Вот какая была задача основная наша, с моей точки зрения, когда мы организовывали вот такую передачу? Показать о том, во-первых, показать о том, что существуют и другие пути развития, другие пути реформирования, не только те, которые сегодня успешно там декларируют, успешно критикуют. Ну и, честно говоря, результаты этого реформирования никого не радуют. Значит, мы хотели показать альтернативу. И не просто с точки зрения критики то, что сегодня происходит, но выражали какую-то идеологию, давали какие-то предложения. То есть мы, если критиковали, то достаточно конструктивно критиковали. И всегда у нас третий вопрос традиционный. А что же вы предлагаете? Вот то, что на сегодняшний день у политиков достаточно мало отражено, много популизма, много критики, и когда дело доходит до «а что же вы предлагаете», то дальше лозунгов не идет. Это одно. И второе, хотелось бы, чтобы кроме вот каких-то идей, кроме предложений, было больше внедрения. Вот мы действительно много встречаемся и с людьми, и с администрациями, и с политиками, высказываем свои предложения. Хотелось бы все-таки увидеть это в реальности на примере какого-то там то ли территориальной громады, то ли территории, то ли отдельной точки роста. Вот, на мой взгляд, к этому мы подходим, но пока еще не подошли. Добре. Давайте тепер ось про що поговоримо. Визначимо тему як проблеми побудови української незалежної держави. Ось така глобальна тема, така важлива тема. Приводом до обговорення цієї теми може бути ось 21 листопада, визнаний Днем Свободи та Гідності. Днями було 80-річчя від дня народження В'ячеслава Чорновола, ну, людини, з якою все ж таки пов'язують люди певний альтернативний шлях
розвитку України. Взагалі, ось для мене, як викладача логіки, ми цю передачу здійснюємо у формі логічного доведення та спростування. Це логічні операції. Ну, перша теза, що український народ достойний того життя, яке наразі є, і інших шляхів для України розвитку немає. Ми спростовуємо ці судження. Як відомо, судження вважається хибним, якщо доведена істинність судження іншого, протилежного. Ми протягом 50 випусків якраз доводили протилежне, що ми недостойні цього життя, яке наразі є, і альтернативний цьому шляху, яким йде Україна, альтернативний шлях є. І ми говорили про реальність такого шляху і стверджували принципову його можливість. Валерій Іванович, давайте дійсно ось подивимося в корінь. Проблема української побудови української незалежної держави. Якщо дивитися ось так ретроспективно в історію, Київська Русь, скажімо так, це окрема розмова. Як сказав український історик Арес Субтельний, краще сказати, чим не була Київська Русь, ніж чим була. Це специфічне утворення. Все ж таки, Україна має величезний потенціал, щоб побудувати тут міцну державу з міцною економікою. Вигідне географічне положення – працьовитий народ, родючі ґрунти. Тим не менше, спроби побудувати міцну українську державу поки не можна вважати вдалими. Я можу називати, коли були ці спроби, за часів війни Богдана Хмельницького, за часів української революції початку ХХ століття. Все ж таки, я скажу одне головне, дійсно можна знайти об'єктивні причини, по яким можна сказати, що це було дуже важко і цим займалися люди, які дійсно були віддані ці ідеї, які жертвували собою заради ствердження української державності. А от що зараз заважає? 26 років, здавалося, СРСР як імперія розпалася сама по собі. Хто заважає зараз? Чому 26 років ми не бачимо особливих успіхів у побудові міцної української держави, чи це є наслідком дійсно якихось об'єктивних факторів, не хочеться говорити про якесь там прокляття, не знаю, або факторів суб'єктивних. Ось хотілося б знати вашу точку зору, а чому поки за 26 років не вдається? Слова «независимость», «суверенность», «свобода», вот такие, казалось бы, правильные слова, пафосные слова, патриотические слова, что трудно возразить, что это не есть какой-то, не может быть целью. Наверное, это есть цель, но я исхожу из того, что когда слова не наполняются каким-то смыслом, то они теряют свою пафос, свою значимость. Вот на мой взгляд, по крайней мере, последние там несколько лет, не знаю, как там в историческом плане, а последние несколько лет, у нас многие вообще не понимают сути незалежности страны, независимости и суверенности страны. Вот если задать вопрос, там на улицу выйти, задать вопрос, что вы понимаете под независимостью, допустим, Украины, наверное, большинство скажет, это право принимать самостоятельное решение. И на этом вроде бы и точка. А на самом деле это совершенно не так. Вот право – это да. И это право то ли завоевывают, то ли это, как говорится, вот спускается каким-то образом, в 91-м году разводился Союз, объявили, что мы незалежные, то есть появилось право. Но забывает еще о двух таких составляющих, которые, собственно, наполняют смыслом это право. Второе, на чем я, второй составляющий, который хочу остановиться, я могу принимать решения, но важно, чтобы эти решения были в интересах, допустим, народа, коль мы говорим о стране. Ведь государство и власть, которыми делегировано от имени народа принимать какие-то решения, должны принимать эти решения в интересах народа. Вот если посмотреть наше законодательство, наши решения, наши реформы,
то вряд ли кто-то, допустим, может сказать, что мы довольны, и это действительно принято в интересах. Вот вторая составляющая не выполняется. Третья составляющая независимости – это ответственность за те решения, которые принимаешь. Вот три составляющие – право, способность принимать решения в интересах общества, в интересах народа, и за ответственность за те решения, которые ты принимаешь. Вот три составляющие, у нас из них 2,5 всего есть. Это одно. Второй момент, на который я обращаю внимание, когда говорю о независимости, это, собственно говоря, а на чем базируется независимость любой страны, там, государства, неважно, там Украина, это, или это Польша, или так далее. Первое составляющая, и она может быть самое главное, это сильная экономика. Но не может независимая быть страна независимой слабой экономикой. Это первое. Вторая составляющая – это единство страны, единство народа, которое населяют, единство регионов, которые, на которые разбито административное устройство, которое разбито. Если нет единства, возникают внутренние конфликты. Внутренние конфликты делают неустойчивой страну, то есть она становится зависимой от внутренних таких вот распри, внутренних конфликтов. Это исторически тоже было показано, как распри разбивает целые государства. И третья составляющая – это доверие к власти, доверие тем, кто, собственно, принимает решения от имени народа, доверие к аппарату, к политическому устройству и так далее. Вот если посмотреть, а что из трех этих составляющих есть, у нас нет сильной экономики, у нас нет доверия и у нас нет единства по многим вопросам. То есть у нас нет практически базы для того, чтобы даже не объявить, а строить эту независимость. В результате мы получили вот такое вот нестабильное государство, которое, ну, как это можно сказать, из которой можно формулировку сделать, что на сегодняшний день вот, в глобальном мире понятие независимости или полная независимость – это иллюзия. То есть ни одна страна, даже такая сильная страна, там Соединенные Штаты или Германия, она не может быть независимой. Речь идет скорее о степени зависимости, о взаимовыгодности стран, взаимоотношений. То есть я бы больше пришел к пониманию независимость как взаимовыгодное партнерство, взаимовыгодный компромисс. Вот этого понимания у нас нет. Поэтому мы не можем и построить пока независимости. Валерій Іванович, хотілося б вам таке питання задати. Воно дуже конкретне і, скоріше, воно стосується технології. Ми з вами багато їздимо по Сумській області. Ми зустрічаємося з людьми. Ви знаєте, от десь до виходу передачі «Точка росту» я вважав, що наше вчення, наші ідеї, вони не зрозумілі широкому загалу, і тому їх треба роз'ясняти, тлумачити. Я не знаю, як у вас, але коли я спілкувався з людьми, я побачив навпаки, все зрозуміють, усі все адекватно усвідомлюють, знають, що дійсно коїться там в державі, встановлюють чітко причину наслідкові зв'язки, і навіть мене вражають такою глибиною думки та ясністю і проникливістю аналізу. Що нам зробити для того, щоб все ж таки, як ви часто пишете, говорите, сформувати цю критичну масу людей, які би дійсно згуртувалися навколо, як ми бачимо, зрозумілих ідей сталого розвитку, зокрема, от Сумської області, та дійсно почали узгоджувати свої дії і змінили ситуацію, кардинально змінили ситуацію на краще? Ну, я думаю, що з точки зрення от ідей, ідеології і каких-то проєктів, у нас на Україні, по крайній мірі, вже критична маса не людей, а ідей сформувалася. Вот сегодня очень много различных групп, объединений, общественных организаций, движений даже, которые выражают вот сходные идеи с нами. Особенно это видно вот в Фейсбуке, мы общаемся. Очень много предложений, которые соответствуют и нашим пожеланиям, нашим требованиям. Проблема в том, что мы никак не можем объединиться. Вот там 3, 4, 5 группы вроде бы-то единомышленников, но как дело доходит только до создания какой-то вот организационной структуры,
которая могла бы быть конкурентоспособным нашим политическим силам. Ведь проблема заключается, почему у нас вот нет понимания. Политических сил у нас идеологических нет. То есть есть вождизм, есть какая-то клановость, и есть микрозадачи, которые эти кланы ставят на очень короткий промежуток времени. Там вот на год, на полтора, вот, как я называю это, идеология низкого горизонта. Вот, пока я нахожусь у власти, я ставлю перед собой какие-то задачи. Вот эта проблема, если ее не разрешить, а, к сожалению, пока мы видим, что она не разрешается. И это, кстати, на протяжении многих там лет, и 26 лет, и раньше было заметно о том, что вот хорошие идеи реализовать и объединиться никак невозможно. Ну вот, к примеру, я там приведу один пример. Если мы говорим о экономике, о развитии экономики, вот я всегда привожу пример. Мы на сегодняшний день имеем валовый продукт на душу, там 2100 с лишним долларов. Нас устраивает это? Если устраивает, то давайте скажем «да». И эта идеология нас устраивает. Мы дальше будем расти где-то там на 1, 2, 3% в год. Чуть-чуть зарплата, чуть-чуть пенсия будет. И нас это устраивает. То есть нас устраивает уровень жизни и уровень экономики, ну, такой, как там в Нигерии. Если да, тогда ничего не надо менять. Если же мы хотим действительно сделать страну независимой, а независимой, как я говорил, она сильная должна быть. И сильная экономически, и сильная, кажется, народом, и сильная в оборонном плане и так далее. Мы тогда должны выходить тогда где-то на 500 миллиардов долларов в год ВВП и где-то там на 10 тысяч валового продукта на душу. Это двумя путями можно достичь. Или в 5 раз увеличить валовый доход, или, кажется, там в 5 или 10 раз уменьшить численность. Так вот мы пока идем по такому пути. Мы валовый ВВП увеличиваем на 1,5-2%, но зато создаем мотивацию для уменьшения численности. Вот с этого надо начинать. По той идеологии, по тому проектному подходу, который сегодня существует, мы обречены быть периферийной страной. Ну, даже не по классификации, которая сегодня есть, там третий уровень, я уже отношу это к классификации 4-го уровня. Вот если мы это не изменим, то ни о какой независимости не будет речь, потому что интеграция с сильным партнером превращается в поглощение слабого. И мы сегодня это наблюдаем после того, как мы, кажется, с успехом приобрели независимость от России. Но после этого попали в полную зависимость от Соединенных Штатов, Валютного фонду і ЄС. А Валерій Іванович, ось, незважаючи на те, що у нас сьогодні ювілейний випуск, святковий випуск, давайте все ж таки останнім акордом, нехай буде акорд наш традиційний, наші пропозиції щодо того, що робити для того, щоб ствердити українську державність. Ну, я висловлю свою думку, а потім запропоную вам також висловити свою думку. Як на мене, зараз потрібно у нашому українському суспільстві стимулювати до активної громадської діяльності людей, які би взяли на себе звичайну організаційну функцію впровадження ідей сталого розвитку. Я вже цитував Марка Абрамовича Бергмана, одного із наших колег у цьому русі, активного учасника нашої передачі, який сказав, що все позитивні зміни можливі знизу. І ось знизу, ось тут на рівні звичайних громад потрібно стимулювати талановитих організаторів, людей, які би дійсно ось забезпечили ось таку суспільну консолідацію навколо ідей сталого розвитку та впровадили. Можливо, це не революціонери, можливо, це не образ там Че Гевари, да, який забезпечує певне впровадження. Питання технологічне, питання в організації, питання в менеджменті. Як на ваш погляд? Ну, известно, что системные изменения можно проводить двумя способами – революционным и эволюционным. Я не сторонник революции,
Ну, во-первых, она, как правило, не является мирной и очень много жертв влечет за собой. А во-вторых, как правило, она не решает системных проблем, потому что на плечах революционеров приходят те же самые лица с теми же ценностями, и все, кажется, повторяется по спирали, только в отрицательную сторону. Поэтому я сторонник все-таки реформирования. Что касается экономических идей, ну, я уже и сейчас, сегодня много высказывал это и перед этим. Вот я больше сейчас повторю вот ту мысль, которую вы начали. К сожалению, я пришел к выводу тому, что систему изнутри системы изменить невозможно. Вот наши попытки решить эти вопросы через органы власти, они не удаются. Почему? Потому что у них свои цели, свои задачи, там установлена система, и даже если кто-то пытается решать эти вопросы по-другому, его быстренько приводят к знаменателю. Поэтому мне кажется, что настал момент, когда... Вот рядом с системой должны зарождаться вот такие общественно-политические организации, не политические партии, потому что от партии уже тошнить начинает, а общественно-политические организации, и вот там концентрировать вот альтернативные идеи, альтернативную точку зрения. Это как раз вот идея снизу. Я большие надежды возлагал на проект децентрализации, то есть якобы вот формируется территориальная громада, и вот там как раз бы и это было. Но, к сожалению, и из тех территориальных громад, которые создались, там тоже не сконцентрировались вот такие. Но, тем не менее, мне кажется, вот будущее как раз в том, о том, что в общественной политической организации, вооруженные каким-то проектом, видением будущего, визией будущего проекта, вот оттуда пойдет... произростання незалежного государства. Дякуємо. Шановне товариство, сьогодні ми говорили про передачу «Точка росту» як медіапроєктах. Також говорили про проблеми побудови української незалежної держави з міцною економікою. Ми сподіваємося, що вам було цікаво. Наш наступний випуск, номер 51, буде і далі виправдовувати нашу назву «Точка росту». Ми вважаємо, що суттєвою точкою росту є здобуття нами з вами сучасних, перспективних та ефективних знань. Отже, ми з вами на наступній передачі поговоримо про цікавий фестиваль, який називається «Анема». Він відбудеться у конгрес-центрі Сумського державного університету 9-10 грудня. Ми поговоримо з організаторами та поговоримо про форми надання сучасної підготовки для громадян, яка є перспективною та корисною. До нових зустрічей на телеканалі АТВ. До побачення.